Кошелек блокчейн проводит крупнейшую бесплатную раздачу монет Stellar. Компания подарит каждому пользователю их кошелька 300 монет, примерно, XLM. Stellar стала первой командой, чью монету бесплатно раздает блокчейн-кошелек. Этот блокчейн работает с момента появления криптовалюты. И это уже немало лет. Сейчас цена одной монеты Stellar 11 центов. Как получить бесплатный XLM, то есть Stellar? Блокчейн раздает монеты только тем пользователям, которые полностью заполнили свой профиль и прошли верификацию аккаунта. Итак, давайте перейдем к самой регистрации. Переходим по ссылке «Блокчейн». Нажимаем кнопку «Регистрация», вводим свою почту, пароль, подтверждаем пароль. Ставим галочку, что мы согласны. Нажимаем «Продолжить». Все, мы зарегистрировались. И нам сразу же предлагают получить бесплатные монеты Stellar. После этого проверяем почту. Там придет смс о том, что вы являетесь владельцем этой почты. Подтверждаем свою почту. Нажимаем на синенькую кнопку «Yes, this is my mail». И после этого мы подтвердили свою почту. Чуть ниже этой смс-ки будет написан ID. Этот ID необходим для того, чтобы входить в наш кошелек блокчейн. Поэтому нужно его записать, чтобы не потерять. После этого входим в свой блокчейн кошелек. Вводим этот ID в логин. Пишем пароль, который использовали при регистрации. Нам сразу же рекомендуют получить свои бесплатные монеты Stellar. И изначально здесь будет стоять английский язык. Если вам будет непонятный язык, вы можете его поменять. Как это сделать, сейчас расскажу. Опускаемся ниже, заходим в настройки, нажимаем Properties, выбираем свой язык, который вам нужен. Все, язык поменялся, теперь более удобно стало пользоваться этим кошельком. Далее, как же получить на монеты? Пройдите проверку личности для получения XLM. Нажимаем пройти. Итак, вводим свою страну, улицу, все пишем латиницей, то есть английскими буквами. Теперь нужно подтвердить ваши документы. Для этого выбираем свою страну и выбираем, с помощью какого документа мы будем проводить верификацию. У нас есть загранпаспорт, ID-карта и водительское удостоверение. Нажимаем, допустим, паспорт, старт. Нужно сделать фотографию. И для этого нужна веб-камера. Как включить камеру и микрофон? Нажмите «Разрешить» при появлении соответствующего запроса или включите в настройках браузера. Вот как включить в настройках браузера. Дальше вы разберетесь все, как сделать, потому что там будет написано, как фотографироваться, там будут картинки. Все, сфотографировались, все есть, нажимайте «Отправить», потом зайдите на почту, вам придет смс о том, что ваши данные будут обрабатываться. Вам придет 3 письма, идет распределение монет для вас и о том, что ваши монеты прибыли в ваш кошелек. Также можно пройти регистрацию на своем телефоне, скачав его с Play Market или App Store. В мобильном телефоне даже еще проще будет пройти регистрацию. Всем советую устанавливать на мобильном телефоне. Но более детально рассказал для компьютера. Если хотите отблагодарить меня за этот ролик, который вам помог заработать 25 баксов, можете скинуть мне в качестве доната на мой кошелек немного монет Stellar, ну, на ваше усмотрение. А также подписаться, поставить лайк и написать свой интересный комментарий. Всем легких заработков, всем счастливо, всем пока!